как же приятно порой вернуться домой. Ладно, Миша, можешь уходить. Ты нужен был только для отсылки. И этот идиот мне еще рассказывал за то, что стрелки похожи. Зачем явился, любезный? Не понравилось за границей. А я вам говорил, что нехер туда ездить. Ни хрена там трава не зеленее. Да я по другому вопросу. Но вы валите и валите в ту сраную столицу. Вам там чем этом намазано, что ли? Да угомонись ты. Дай сказать. Нет, сука, чтобы экономику своего государства поднимать, а не конкурентам бабки делают. Да я об этом и говорю, мудак. Мурадин хочет, чтоб все стальгорцы переехали в Лордрон. Мы, то есть он захватил там власть над правоохранительными органами на почве расовой ненависти. Теперь гномы там в шоколаде. Вот сука, он хочет, чтоб мое королевство вообще загнулось. Вот именно. Надо идти и дать ему по шапке. Но мне нужна парочка ребят, помощь для отвлечения внимания. У меня есть план. Если есть план, делись. Нехер в одно рыло траву давить. Бери кого хочешь, но Мурадина мне на ковер положи. Я с ним сам разберусь. Благодарю, владыка. Охренеть. Ну просто команда мечты, мать твою. Очкастый шляпник, сутулый шахтер с тупой мордой, недоразвитый инженер, какая-то парашная смесь Утеркеля и Антонидаса, баскетболист НБА, судя по ногам, еще один варвар с тупым лицом идиота. А получше никого не было. Все остальные или на заработках, или охраняют королевскую жопу. Довольствуйся малым за неимением большего. Так низко я еще не падал. Ладно, давайте сосредоточимся на плане по возвращению наших соотечественников домой. И каким образом ты собрался сорвать их от халявы к работе? Ни один дворф, получая бабки на халяву, не променяет это на патриотизм и благополучие своей родной страны. Да тут ты прав. Поэтому мой план состоит в том, чтоб им самим захотелось как можно резче убежать домой.